Хулиганство, совершенное группой лиц. Так квалифицировали происшествие в Чернигове, где к столбу привязали человека. Полиция открыла уголовное производство. Личности людей, привязавших мужчину, еще устанавливают, сообщил спикер полиции Чернигова Сергей Брыль. По его словам, пострадавший отказался писать заявление. Напомню, накануне в Чернигове неизвестные привязали мужчину к столбу и прикрепили к нему табличку с надписью «Я ватник». Потом около получаса транслировали это видео в соцсети. Эти кадры получили широкий резонанс.